Второй межрегиональный форум «Подростки 360» стартовал в Приморье. Мероприятие посвящено межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в регионах страны, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, создания методической базы по работе с данной категорией, усиления работы с несовершеннолетними из группы риска и состоящими на профилактическом учете. Инициатором форума выступает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Время взросления – очень уязвимый кризисный период. Человек отдаляется от родителей, пытается стать более независимым, строит первые отношения, получает первый опыт трудоустройства, переживает мощнейшую перестройку организма и одновременно испытывает сильнейшее внешнее давление со стороны сообществ, в которые он включен – семьи, школы, друзей. При этом подросток уже не маленький, но еще не зрелый, подвержен огромному числу внешних рисков, в том числе со стороны взрослых. И нам вместе предстоит создать общероссийскую систему навигации, которая поможет миллионам подростков безопасно пройти эту зону турбулентности. Также одной из ключевых целей форума является знакомство с различными уникальными формами поддержки подростков, которые действуют сейчас на отдельных территориях, для дальнейшего масштабирования лучших методик и практик на все регионы страны. Свои практики представят и госорганы, и некоммерческие организации. И, конечно, нам все будет очень интересен опыт дальневосточного региона. А у нас в программе с вами есть посещение учреждений Владивостока. Я думаю, что вам всем это тоже будет очень интересно. В реализации программы «Подростки России» Институт уполномоченных берет на себя роль модератора, обеспечивая межведомственное взаимодействие. А возглавит эту работу Федеральный центр развития программ социализации подростков, который создан недавно при поддержке президента в структуре Министерства просвещения России. Во время торжественного открытия форума Марию Львову-Белову поприветствовала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что Владивостоку выпала большая честь принимать межрегиональный форум «Подростки 360», и мы гордимся тем, что он проходит на Приморской земле. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на восьмом.